Медицинский вытрезвитель появится в Благовещенске к концу этого года. На его обустройство из областного бюджета выделили 6,5 миллионов рублей. Пункт оказания помощи людям в состоянии алкогольного опьянения разместят в одноэтажном здании бывшей прачечной на территории первой городской больницы. Сейчас зданию требуется ремонт. Специалисты готовят проектно-сметную документацию. Сами работы здесь начнутся позже, когда закончится юридическое оформление документов на здание. Новый вытрезвитель, по предварительным данным, будет рассчитан на 12 коек. Кстати, в районах области тоже начинают открывать заведения для нетрезвых граждан. В Тынде Белогорские Изеи для этого приспосабливают помещения в основном при учреждениях здравоохранения.